Вот такая луна поднимается над вечерним Севастополем. И мы сейчас смотрим панораму города с смотровой площадки возле панорамы битвы за Севастополь 1844-45 годов. И отсюда открывается замечательный вид на Севастополь. И бухту Севастопольскую, одну из бухт. И луна огромнейшая, огромнейшая. Жалко, мы не взяли с собой хороший фотоаппарат, чтобы запечатлеть всю эту красоту. Но просто невероятная красота. Невероятная красота открывается.